Так, ну что, до 2500 хпшки поднял. Чего ты орешь-то? Я тебя слез, а ты орешь. Ну что, на лягушки ты пойдешь? У меня выбор есть. Я не знаю, просто ты хочешь, чтобы тебя вовремя подобрали? Или чтобы... Или тебя скормить этим. Да. Можно и тебя скормить. А что у нас здесь делает этот? Кто? Наркотик. Я положил только что. У нас наркотик хранится в левой. А я... Нет, а я ты в правую. Положил. Нет, я в левую положил. Виталий, я лежит. Только что переложил. О, ты смотри, сколько тут лежит-то. Я только что переложил. На тебе, понял? Не-не, я туда положил. У меня там было-то всего 130. Так, ружьишко-то я, конечно, с пульками... Не с пульками, а с дротиками с собой возьму. Две пики взял. Не, на всякий случай. Вдруг ты меня бросишь. Я хоть отстреливаться. Ружье брать не надо с этими, с дротиками. Они очень дорого стоят. Туда уходит очень много железа. Лучше всего атакуй, наверное, этой. Правой кнопкой мышки языком. Там потому что на тебя мухи будут налетать. А, мне надо, блин, железки одеть. Ну, конечно. А где у нас? Я забыл. В ящике. Да я понимаю, что... Да не в этом ящике-то. Там зимняя броня. Ах, вам... Кстати, это у нас теперь Ан-124 Руслан. Можете набрать в этом в Гугле, либо в Ютубе и посмотреть, что это за самолет Ан-124 Руслан. Это, по-моему, самый крупный в мире самолет, аналогом которого вроде есть, но не настолько. И что самое интересное, у этого Руслана, у самолета загрузка, погрузка и выгрузка происходит через кабину. Кабина откидывается наверх, и там разворачивается трап. Это все очень интересно. Можете посмотреть. Все классно. Ну ты чего там, переоделся? Нет. Почему? Потому что тут все не ремонтированное нифига. Надо же найти, чтобы которое поцелее было. Что значит все не ремонтированное? Не, ну, кое-чего ремонтированное, кое-чего нашел. Значит, вы не отремонтировали, потому что я в железе уже давно не ходил. Дело в том, что... Что? Железная эта штука-то у нас ремонтируется где? В смайте. Разве? И крафтится в смайте. Так, слушай, а что ты меня на лягуху-то посадил, кстати? А на чем ты хочешь? Ты же сказал, мы куда-то полетим за железом или за камнем. Сначала летим за этим. За цементной пастой.
Да-да. Нет, я, конечно, понимаю, лягушка-то в воде это как лягуха в воде. А меня-то зачем ты туда окунул? Ну извините, кто меня будет жрать, того и буду я жрать. Трупы чьи? Я должен оставлять. Я кроме стрекоз еще с кем-то должен драться. Не хотелось бы. Ну и чё, ты меня напугал, что ли, хочешь сказать? Я у тебя просто спросил, мне чё, ещё с кем-то драться надо? И всё. А ты? Много удара. Ой, урона. Так, у нас там дело. Где бы мне тебя так оставить, чтобы потом подобрать я мог? Крокодилы. Крокодилом я тебя оставлять не хочу. А змеи еще как-то до лампочки. Ну как? Ну, давай вот здесь вот попробуем. Я вроде крокодилов не вижу. Там две змеи зато. Ну и что теперь? Не знаю. Так, крокодил 44 уровня. Ты только старайся оставаться на открытой территории, чтобы я тебя успел хватануть. Два крокодила. Там лошадь идет. Да, лошадь не трогай. Ну давай я тебя сейчас вот здесь вот на окраине. Это кто там делает? Овераптор. И стрекозы. Вот тебе стрекозы и нужны. Да дело сейчас, скорее всего, он убежит. Не гонись ты за ним, Виталь. Вон сзади стрекозы уже. И змея. Вот стрекоз вали. Вот змея ползет. Ее вали. Сзади на меня. Меня кто-то лупит. Так, я спущусь к тебе, стрекозу у меня завали. На меня развернись, стрекозу завали. Валю. Да, по-моему, это не я ее валю, а она тебя. А высоко. Ладно, я сейчас не разберусь. Давай, оттащи, у меня стамина кончилась. Ну, восстанавливай. Мясо же у тебя там есть? Мясо у тебя есть, я спрашиваю? У меня? Да. У лягухи стамина кончилась, а мясо в ней есть.
Цементная паста добывается, нет? Да, 8 штук. Ну вот и давай добывать. В принципе, с змеёй ты быстро разобрался. Я чё, змею убил? Я тут налево-направо махал. Не знаю, кого убил. Лошадь только не трогай. Да я понимаю, я видел, как они... Ах ты, зараза, а? КПшки у тебя там должно хватать, если что. Ах вы, зараза. Ты их доедаешь, да, Виталь? Не-не, вон они валяются. А, ну все. Я сижу, жду. Они, зараза, на меня сзади напали. Сволочи. Я вот около трупа сижу, жду, когда стрекозы прилетят. Ну, они могут здесь не сразу прилететь. Пойдем дальше, только на крокодилов особо не нарывайся. Дальше куда? Какую сторону? Вот куда ты смотришь. Нет, чуть левее. Если увидишь гигантозавра, ори сразу. О, раптора 108, молодец. ХПшки много потратил, нет? Нет. Отлично. Пойдем чуть ближе к воде, их там должно быть много стрекоз, по идее. А вы мне скажите, где вода? Ну, если бы я видел, куда ты смотришь. Сейчас, погоди. Да, вот так вот и иди. Блин, телефон у меня. Сынок его звонит. Блин, потом перезвоню. Ну вот по болоту можешь и прогуляться. На крокодил он идет. С ним не связываться. Посмотри, какой уровень. Ты раптора 104-го завалил. Крокодил 64-го. Ну, я думаю, что завалишь. Не страшно. Надо когда-то что-то пробовать. О, стрекозу вижу. Мне ее не достать. Но это для этого нужно как раз труп оставить, чтобы они налетели. Вот змея ползет. Так, ну я ниже спускаться не буду, потому что на меня там стрекозы могут налететь. А, стрекозы налетели, я два раза языком махнул, змея-то убилась. Ну а стрекозы не согрелись? Ну я делал так, я подпрыгивал и бил.
Да, но она в полете языком не машет. Попробуй не языком. Динозавра могу я вот этого красного? Кого? А вон там это, с гребнем на спине. Можешь. Кто это такой? Как называется? Сейчас посмотрю. Диметродон. Можешь. 16 уровня. Вон там дальше змеи ползают. О. Две стрекозы. Тоже хорошо. Ты побегай чуть по этому, по островку, по этому, поубивай. Главное, следи, чтобы гигантозавра не было. Вот такой зараз, как я что-то увижу. Оп, да, и... увидишь. Виталя пришел мстить змеям. Да погоди, меня тут еще одна змея кусает. Ничего страшного. Еще одна идет. Витус пришел мстить змеям, которые убили Серегу. Главное, просто следи за хпшкой. Чтобы я успел тебя подхватить. Ты там немножко мяса так это подбирай все-таки. Погоди, у меня черепушка горит. Много горит? Все, потух. Она заполняется долго. Отухло. Сколько у тебя торпора, кстати, посмотри. У меня? Или у лягухи? У лягухи. Имеется в виду то, на чем ты сейчас едешь. 2516. Ну и отлично. Давай, Виталь, не стой на месте. Да у меня лягух валяется, я жду, когда стрекозы. Ну, если не налетели сразу, значит, не налетят пока. Доедай просто и иди дальше. Чтобы у тебя мясо было всегда с тобой. В тебе. Еще одна лягуха. Вали. Не, погоди, это стрекозы, не для лягухи. Ой, сколько стрекоз и лягуха еще на меня. Отлично. Лягушатник. Смотри, на меня и птиц тут дохренища налетело. Ну, хпшка нормально пока? Я держусь, только у меня, не меня птицы лупят, меня, Гриш. Ну и меня что? У меня хпшка падает. Сильно? Чего? Да, уже больше половины сняли. Они не лягуху, они меня лупили. Они так и летят за нами. На тебя накинулись. Я могу лупить их сейчас? Нет. Все, ты их сожрал, да? Да. Молодец. У меня горит черепушка. Много? А я не... Вот, потухло. Опять тут налетел. За музыку
точно. Что им всем надо? Зараза.